ворота в духе кладбища домашних животных Стивена Кинга. Ну, по поводу отличий людей друг от друга. Мало того, что люди отличаются, но еще мужчины и женщины — это абсолютно разные существа. Где-то я прочитал с полгода назад, что это вообще разный биологический вид. То есть это, фактически говоря, ну, поэтому так затруднен диалог. Но сейчас я уже все-таки не сторонник такой категоричности. Вот, ребят, здесь не было раньше вот этого поселка. Вот тут вообще ЛЭП, его тут строить было нельзя. Нельзя. Это наше русское беззаконие. Мало того, что они испортили, вот тут был лес, который они, естественно, подвырубили. Вон, видите, он шел вот такой ровный по дугой. Или как-то грядой. Косой. Ровный косой шел. А сейчас видите, как он весь, как рот у старика, половина зубов нет. Он стоял такой здесь пушистый, первозданный лес березовый. Ну, под ЛЭП вообще-то жить нельзя, а эти дома построены просто под ЛЭП. Не знаю, как они там сидят, понятно. Ладно, заходим назад в поселок. Ну и люди... Не только мужчины и женщины, в принципе, люди. Каждый, все разные. В чем заключается эта вся разность? Опять же, ну это уже такой вопрос. В теле эта разность? Или в душе? Или в том, что сидит в этом теле? Не знаю. То ли, как говорится... Смотрите следующее видео.